дождь, снегу весь. Я тоже, да? Ты тоже, да? Спасибо, Джон. Машина приехала. Ага. Во как. Может, помочь там тебе, Джон? Может, вам помочь? Вот это кверху поднимай, ага. Чтобы открыть дверь. Смотрите, мы не все тут пойдем. Только сильно не гни. Подожди. Так. Сюда. На лопату. Только ее не сломай. Там давай. Гвоздь, ты гвоздь. Сзади тебе гвоздь там, Саш. Понял. Давай. Видел гвоздь? Вон, видишь? Да, вижу, вижу. Все. Спасибо, Джон. Эти консервы вздулись и, наверное, скорее всего, испортились. Наверное. Я не знаю, как их проверять, не проверять. Как ты думаешь, Грибубас? Проверить можно. Я даже не знаю, что это такое тут. Паста, что ли, какая-то? Да. И написано по-русски. А может, типа варенье? Возможно, и так. В общем, это вот вывод такой, что вот, вот такие банки, которые с насечкой такие, с насечкой, ага. Их лучше на долгое хранение не брать, потому что они от мороза, допустим, сдуваются, да? Ага. И вот эта герметичность портится. Ну, вот сгущенка, в принципе, целая осталась. Ага. Вот которая с крышкой целая осталась. Да, видите? Целая. Это тоже целая, кстати, хорошая. Да. Тут немножко бензином пахнет. Угу. И это надо съесть, оно портится. Ну вот шоколад вроде не пропах бензином. Нормально. Вот это надо как. Ну это, короче, надо забрать, есть. Ага. И лучше обновить, что-то другое принести. Давай, так и сделаем. Тут потому что этот бензогенератор, ну тут запашок бензина, короче. И такие они продукты, они это. Ну вот такие сушенки нормально. Вот. Они даже немножко вот сдулось, да? Ага. Видимо, то, что она это. Ну как от мороза. А-а-а. Но она целая. Целая, есть, да? Немножко ржавчина есть, но тоже нам будет. Будем ходить, съесть ее, короче. Да, ну, да, вот да, эти да. Тушняк этот. О, еще там какая-то. Вот там еще что-то. Исланка. А, селедка. Ну ее можно, кстати. О, что-то она так помялась-то. Ой. Офигеть. Красиво смотрится. Ой. Помялась. Давай. Вот эти банки можно. О, штукленок, да? Угу. Это вот. А, вот это, видишь, уже все не пойдет. Это можно убрать. Не пойдет, да? С ключом. Ну, с ключом, короче, на долгое хранение. Не пойдет, да? Можно даже не это. Понятно. Макароны, не знаю, бензином не провоняет.
вроде так целая. Так, это у нас такая. Да не, оставь. Понял. Это вот, видите, она так вздутая. Угу. То, что вот, ну там лед как бы получается. Лед. Грибобас. Ты, да? ты снежный барс. Спасибо, так оно и есть. И вот этот аж лед висит уже. Нормально. Красиво. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, привет. Ветка прямо, вот эта ветка в глаз. Вторая! Столько шел, все спокойно было, спокойно. Камеру включил, ветки в глаза лезть стали. Ну, здесь, в общем, идет такой спуск. И вот мы спускаемся к ручью Черному. Ищем нашу старую избушку. Какие-то деревья повалены. Старенькие. Ну просто сгнили, видите. Она зеленая, вон, ветки зеленые. Но она гнилая, ветром ее дунула. И сломала. Хотя не, походу, это сухая елка. Так. Металлическую часть фонарика пальцем задеваешь, ну, когда переключаешь освещение. И прямо это пальцы жгет. Металл такой холодный. И прям пальцы как бы обжигает этим холодом. Чингачгук, большой змей? Да, точно. Подойди побольше. Ой, поближе. Чингачгук, большой змей, 4 клыка. Чир, да? 4 клыка, ага. Спасибо большое. Нормально. Грибовас, видишь следы? Вижу. Это зайчик, да? Ага, и следы большие, зайчик большой не был. Это, скорее всего, Катя. Бонд, скорее всего, это она. А вот может так. Она как раз вчера зайчиком была. Понял. Вот. Браво, она здесь, короче, прыгала. Прыг-скок. Нету. Браво, Джон. Грибобас, это ручей Черный. Тут где-то избушка близко должна быть. Оу! Не упал. А, есть. Ой, я боюсь, я упаду. Давай! Так, отдади мою сторонку, я поеду. Давай, Джош. Господи, благослови. Во, отлично, Джон, брависсимо. Во. А нет, здесь бушка. А вот надо подниматься сюда, и там она. Ну, там я видал. Да, там. да, правильно ты думаешь. А, поворотом, да. Ты мыслишь верно. Спасибо, Джон, спасибо. Отлично. Так, сейчас пошел я. Так,
Ну потом еще дочищу. Проверим, мох тут даже дрова есть. Надо будет затопить печку. Так, что тут? Да, как обычно. Как обычно. Чайник вот так. Его надо оставлять вот так вот. Чтобы он был пустой и сухой. А там, видите, вода, а если чай старый, то он вообще там гниет, плесневеет. Так, что тут у нас интересненькое? Так, вот и наша старая избушечка. Так, напишите комментарии, потому что многие просят поход. Хотим старую избушечку увидеть. Вот, показываю вам старую избушечку. Оставьте свой коммент, что вы ее увидели наконец-то. Что вы довольны, поставили лайк. Патрончики. Кстати, они вроде бы, вот я как-то смотрел, как, ну вот такие можно тоже перезаряжать. Смотрел то, что если вот это, ну, как бы целенькое осталось. Где-то я видел ролик, и там говорили, что перезаряжать можно. Так, ну окошечко я сейчас прикрою. Дверь подчищу. И сейчас буду затапливать печечку. Это мы эксперимент делали, тогда бутылку нагревали. Наверное, вот эта штучка накрылась, вот тут видите, оплавлена. Этот сам не работает. Да, жаль. А я так надеялся печку растопить этой штучкой.
Такого слоя снега я давно не видел. Сколько снега выпало, посмотрите. Вот, вот земля, да? И вот лыжи стоят. Печка вовсю там топится нормально так. Сейчас вот будем снег топить для чая. Избушку будем прогревать. Нормально получается. Мы, короче, газетку забыли, чтобы стелить. Да я зрителям говорю. Красиво. Так, нормально светит, да? Да, ярко. Так, где там? Ух ты, нормально, да? Хорошо. Нормально. Как они, конечно, ну, как они поведут себя, непонятно, конечно. Ну, тут не оно. Сейчас-то горят хорошо, конечно. Ага. Ну пусть так и горят, да? Угу. Или еще по краям развести? Как по краям? Ну вот в уголок сюда и туда, не? Не, почему так горят? Тут места побольше было, не? Вот, ну, так. Вот так можно сделать, да. Во, вот так. Ага. Так пойдет? Нормально. На, свети сюда, там продукты будут достать. Ага. Вот, то есть не свети, а вот так держи. Давай. Угу. Так, мы брали вот такой чай. Это бабушка нам высылала, мама, Любовь Евгеньевна. Это. Ну вот, Валя. Угу. Там я брал еще этот. Это тарелка. А, кстати, мы ложки забыли, Саш. Опа! И чего, как мы теперь будем делать? Нормально получается. Ножей только есть, а больше никак. А что-то мы про ложки вообще совсем забыли, да? Ну. Ну тут, кстати, я в избушке видел ложки. Да? Да, вон она. Ее помыть надо будет. Ага. Нормально. Так ты направляй, куда я ага. веду, и чтобы показывать, да. Давай.
Вот этот сейчас откроешь, вот эту штучку. Хорошо, сейчас. Опа. Ты же яблоки мыл, да? Мыть они хорошие. Вот, кушай пару яблочек. Ага. Ну. А как же колбаса называется это? Я потом откроем, посмотрим. Хорошо, понятно. Я халву уже забыл, честно говоря. Давно мы халву не ели. Да? Серьезно говорю. Это без шуток. Серьезно? Серьезно. Что, надо ложки помыть себе? Я сейчас ложечку себе выберу, помою ложечку. Ага.